В Нижневартовске приступили к ремонту аварийных участков дорог. Специалисты заверяют, что это не ямочная или капитальная, а так называемая срочная починка. Привести в порядок проезжие части, согласно предписаниям ГИБДД, нужно в кратчайшее время. В целом, такому ремонту подлежит более 300 квадратных метров потенциально аварийных участков с глубокими выбоинами. Теплая погода позволяет использовать технологию горячего асфальта. Место деформации фрезеруют, сушат инфракрасным подогревом, заливают битумом и только затем укладывают разогретый вязкий асфальт и выравнивают виброплитой. Используют для этих целей остатки срезанного в прошлом году дорожного покрытия. Прочности таких заплаток хватит как минимум на пару месяцев, до того, как в Нижневартовске начнется полноценная ремонтная кампания.